Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab Active 2 добавить отпечаток пальцев. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел биометрия и безопасность, и затем отпечатки пальцев. Нажимаем продолжить. Следующим шагом выбираем дополнительный способ блокировки экрана. Это может быть пин-код, пароль или же графический ключ. Я выберу пин-код. Затем вводим наш пин-код. Его подтверждаем. Затем находим сканер отпечатка пальца, который у нас находится на кнопочке «Домой». И тыкаем его вот так вот нашим пальцем несколько раз, пока он не отсканирует наш отпечаток. И отпечаток пальца добавлен. И теперь при помощи отпечатка пальца мы можем, к примеру, разблокировать наш планшет, не вводя при этом пин-кода, а только при помощи нашего отпечатка. Вау! Так, оп. И планшет разблокирован. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!